Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict. Ну что же, открываем этот. Ага. Так, значит, у нас здесь капюшон, и нам нужно найти здесь нож. Так что отправляемся на поиски. У нас здесь, да чтоб тебя, Че он там? Инициирую процедуру ликвидации, да? Значит, ликвидатор хренов тут нашелся. С этими ребятами мы уже с вами как-то встречались, поэтому я думаю, никаких проблем не будет их расколбасить. А может быть и будут, фиг его знает. Оу, насмерть. Как-то у нас так получается сразу же убивать их на повал. Странно как-то. Давай-ка очередь, наверное, пропишем. Так, что там пироник жарит нас, да? Выгорание. Так, нам нужно, ребята, соответственно... Ага, нету, к сожалению, у нас очищения. Но зато критуем неплохо. Так, вирус. Что у тебя есть? Шквал пуль, давай применим. Пич. Зашибись. Так, этому все, кранты, ребята. Вакуумный выстрел его не спасет, это уж точно. Огонь на подавление. Ай-яй-яй, да, одного не стало. Все, ребят, остался лишь последний хмырь. Я думаю, мы с ним сейчас быстренько здесь разберемся. А то, видите ли, тут огонь на поражение выделывается, а мне тут. Посмотри-ка на него. Еще пятнарик звезданули. Ну что-то там, ликвидатор. Оглушен, да? Не повезло. Ну извини. Так, акустическая волна ничего практически не отняла. Ну давай, рык применим. Что он там, бедный? Страхуется, да? И нечестный прием прям в табло ему. Во, 22. Пора, наверное, с ним завязывать уже. Так, ну-ка давай-ка, тройной выстрел сейчас. Ага. И десяточка у него остается, все, я думаю, что... А, нет. Хану нечем, ребята, ударить. Мы укрепим себе щиты, так уж и быть. А вот вирус, пожалуй... Да, пожалуй, он сделает добивочный. Нате, в таблище. Хе-хе. Лашпен, ребята, ё-моё. Оу, там немножко нам осталось, и уровень уже будет, да, смотрите-ка. Забираем все. Естественно, сразу же делаем сохранение от греха подальше. И двигаемся вот в этом направлении. Кто у нас тут и что? Так, поговорить. Вы обнаруживаете группу путешественников. Стой, кто идет? А, это вы... Как я и сказал, я не могу вам помочь. Спокойно, няни к вам. До свидания. Смутные ребята, вот честно вам говорю, они какие-то подозрительные. Что-то они там ищут, выискивают, вынюхивают, не знаю что. Но мы это рано или поздно узнаем. Так, что у нас вот здесь вот? Давай-ка зайдем, глянем. Ага, нож. Ах ты лживый шакал, настырный троглодит, вонючее чудовище из утробы Муап. Скоро ты будешь молчать, как мертвый камень, и гнить в забытой небом грязи черной энергии. Я вырежу твой язык и вышвырну тебя подыхать во тьме космоса. Племя сказало свое слово. Капюшон умрет. Так, и вам тоже здрасте. Ха, на самом деле это был он, Капюшон. Помогите мне убить его, этого ублюдка, который... Предал свое племя. Он, наверное, уже прилетел сюда. Так пусть этот реликт станет для него смертельной ловушкой. Свершите над ним правосудие и принесите мне его отличительный знак. Это докажет, что вы убили предателя. Вы возьметесь за это грязное дело? Какое племя? Что за предательство? Расскажите мне подробнее об этом капюшоне. Я отказываюсь, капюшон и так уже запятнал нашу честь. Либо вы казните этого маньяка-убийцу, либо он будет гулять на свободе, пока я не перережу ему глотку. Пу, ребята, а что же нам делать? Ну давайте, я займусь этим делом. Тогда идите и убейте, сокрушите, уничтожьте. Ну ладно, ладно, не психуй, пойду сейчас я к нему. Где он, капюшон у нас? Так, сохранюсь-ка я нафиг лучше. Так, и пойдемте к капюшону. Наверное, сейчас отгребем по полной программе. Ну, говорим. Вы вернулись? Отличительный знак у вас? Нет, но я все же думаю. Похож сфинкс на кошку или не похож?
Какое кощунство! Сфинкс не какая-то домашняя зверушка, а священное существо. Просите прощения за эти оскорбительные речи. Что? Но ведь сфинкс выглядит точь-в-точь как кошка, разве нет? Опять кощунство! Простите прощения, или я убью вас во имя святого! Тра-та-та, тра-та-та, кошка вышла за кота. Мы его что, провоцируем, что ли? Нечестивая тварь! Приготовиться к бою, ребята. Вот так вот, вот мы и добаловались. Ладно, хорошо. Делаем, пожалуй, нечестный прием для начала. Отлично. Что он там, бедненький? Перегруз у него на 3 хода. Ну, пардончик тогда. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Еще на 14. Замечательно, шик и блеск. Ну что, капюшон, маскировку делай, смотри-ка. Опа. А мы быдлобот вызовем. Напугать у нас решил таким образом. Так, слушайте, я не вижу эту цель. Черт подери, что я могу сделать? Ничего, могу только сделать разгон и привлечение огня. Вот так вот сделать. Быдлобот, что делаешь? Ничего абсолютно, да? Хорошо. Так, акустическая волна. Мы его все-таки обнаружили, да? Капюшон, ну что там делаешь? Уклонились мы. Слушайте, он так и будет там сидеть? А как я его, извините, тогда выманю из этой фигни-то? Так, вирус. Давай все на нашего этого хана будем вешать. Хм, очень странно. Ну, давай так попробуем. Перехватывающее поле. Слушайте, он ничего не делает абсолютно. Одиночный выстрел. Причем из инвиза он это все делает. Древний язык. Черт, я же не могу даже ничего сделать. Ребят, как же так? Хм. Ладно, пропустим ход. На себя. Слушайте, а у нас что, нету какой-нибудь ловушки, бомбочки? Шквал пуля. Куда их стрелять-то? Некуда. И сколько у него это будет, а, ребята? Ага, еще один ход. Ладно, подождем. Привлечение огня делает быдло-бот. Ну что, капюшон, все? Ты очнулся? Вышел из инвиза? Вышел. Вот тут ты мне и попался, говнюк. Блин, оглушение не повесили. Ну? А. Сейчас, сейчас, сейчас. Древний язык. Давай вот так вот сделаем на него. Что мы там на него повесили? Растерянность. Сопротивляемость ему понизили. И вот так вот еще. А? На 17. Как тебе? На быстрый удар. На пятнарик. На-ка, получи. 45 здоровья у него осталось. Да, мы еще можем даже сделать нечестный прием. Оу, еще 24 в минус. Ну что, я думаю, ему хана, ребята. Гнусные оскорбления. И, пожалуй, пожалуй, мы сейчас ловушка с кольями. Ну, давай сделаем ловушку с кольями. Мало ли он там прыгнет, хотя я сомневаюсь. Он, бедно, там испугался весь. И одиночный удар. На-ка тебе, на 19. У него там масло уже со всех щелей потекло. Ну что, усиленный удар? А, нет, это не сейчас. Ну, быдлобот, добей. Молодец. Красавчик. Результат боя. Уровень получаем. Есть, ребята. Мы все плавно перешли на 6 уровень. Перед смертью капюшон обрушил на вас град проклятий и выразил надежду на то, что сфинкс придет и сожрет вас. Его отличительный знак прикреплен к спинке костюма. Взять и уйти. Убейте капюшон по просьбе нож. Ой, я надеюсь, я это не зря сделал. И нож тут не будет выделываться. Так, использовать. Что слышно о капюшоне? Он умер или нет? Умер. Умер, вот отличительный знак. Наконец-то, этот ублюдок сдох. Теперь я могу вернуться и показать, на что я способна. Мой отличительный знак мне больше не нужен. Можете взять его и продать. Прощайте. А зачем он-то мне? Эй, нож. Ну ладно, на халяву получили отличительный знак. Наверное, для чего-нибудь он, ребят, нам пригодится. Так, ну что же, давайте вот сюда мы сбегаем, посмотрим, что у нас тут. Обыскиваем. Забираем, конечно же, все.
Сюда пройдем. Тоже обыскиваем. Так. А, ребят, мы же с вами уровень получили. Пора нам это, наверное, разместить очки-то. Сколько? 2 очка способностей. Быдлобот у нас прокачан полностью. Хапуга. Хапуга. Набирает карт. Нет, это нам не нужно. Так, владение оружием. Давай сделаем вот так вот. Во, отлично. Все очки потратили. Все 2 очка. Так, применить, конечно же. Так, боксер, у тебя что? Массовое очищение, да? Снять ослабление, да? Давай, наверное, мы с тобой... Вот. Нет, подожди, массовое очищение мы, наверное, прокачаем. А оно полностью прокачано. Значит, очищающий буфер сделаем. Вот так вот, по полной. Применить. И у вируса у нас бронебойные патроны. Хо-хо. Это, кстати, хорошо. Получается, мы можем пробивать броню. Ну, по крайней мере, я так полагаю. Так, опять же, все-таки сохранение сделаем быстренько. Ну, это, ребят, секундное дело. Так, и направляемся вот сюда. Здесь радиация у нас. Вы беспечно вваливаетесь в отсек и активируете расставленную там лазерную ловушку. Оу! Расставленную там лазерную ловушку. Ядовитый газ заполняет отсек. Плотное облако ядовитого газа заволакивает отсек в некоторую площадь вокруг него. Так, уйти. Ё-моё, тут токсичность у нас, ребята. Токсичность кругом. А ну-ка, если я сделаю сканирование. О-оу, здесь еще кто-то будет у нас стоять. Глянем, кто это такой. Фридмен какой-то. Опять искатели? Пришли за сокровищами? Не тратьте зря силы. У нас здесь нет ничего ценного. Да и никогда мне с вами трепаться. Есть дело поважнее, так что идите отсюда. Здравствуйте. Я сказал, уходите. Ладно, уйдем. Но тут враг. Глянем, что это за страж смерти. Изложите цель своего пребывания здесь. Постараюсь держаться от вас подальше. Хорошо. Так, это безобидные у нас ребята. Ну, относительно безобидные. А нам нужно вот сюда тогда глянуть. Так, опять эти же, что ли? Да я понял, что это. Буду от вас подальше. Вы сами за мной идете. Я вообще в другую сторону шел, вы за мной по пятам идете. Все, уходим, уходим мы. Так, давай вот тогда сюда зайдем. Расчистим. Да что ты? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной, а? Я же сказал, все, подальше от вас буду держаться. Чего вы меня преследуете-то? Ну, давай сюда пройдем. Ой-ой-ой, наркотики испускают утробный вой и начинают приближаться. Это не наркотики, а некротики. Ладно, будем долбить некротиков, ребята. Начинаем. Тыч, это у нас нечестный прием был. Дымовая ловушка, наверное, я думаю, не стоит пока. Вот режущая сеть, пускай пока повисит. Мордоворот. Взрыв потрохов, нифига он там. Взгляд смерти. Взрыв потрохов. Зачем он это все делает? А, он на меня вешает что-то. Ого, чуму повесил. А ну-ка, давай вот так вот. Гад, не разбомбили его. Блин, мне, ребятки, если честно, нужно какое-нибудь очищение. Потому что так дело не пойдет. На нас чума висит. Вот, очищающий буфер. Снимаем. Так, мордоворот опять. Ох ты, ты видел? Ты видел, как этот чувачок прожарил? На-ка, в ответ тебе, урод, хмырь. Так, боксерушка, давай-ка мы сделаем с тобой тоже очищающий. От греха подальше. О! И теперь взбучку. 17, должны добить. Так и есть, все хорошо. Так, мордоворот что делает? Некротический удар. Так, хан, надо быдлобота вызывать, по-моему, нам. Так, вирус. Давай зарядим щиты. А, радиация, самозарядка.
тыч получил на 4. Мало, конечно, но все-таки. Мордоворот. Так, 18 минус щитам сделал. Мы рык применяем с вами. Что там у него? Урон, да? Так, давай-ка мы вот так вот сделаем. Очищающий буфер. И шквал пуль. На 20-ку, отлично. 24 хп у него осталось. Быдлобот, ну-ка. Теперь уже ровно 20 хп у него. Очищающий буфер. Пока не будем делать. Вот пристрелку сделаем. Так. Все, больше мы не можем сделать. Сейчас он сделает свой последний ход. Некротический удар. И, естественно, сейчас мы его, ребята, распишем. Вот так вот, все. Пошел он, как говорится, кое-куда. Здесь мы забираем. Я еще раз вот сюда захожу. Обыскиваю. Забираю. Сохраняюсь. Обязательно сохраняюсь. И двигаюсь. Да ё-моё, Шалак Ношьяр Онаега. Теперь у нас тут, ребята, кобра. И не только кобра, между прочим. Так, ну-ка посмотрим. В принципе, неплохо, ребят. Давай бомбанем. 24 брони, как не бывало. Одиночный выстрел. Еще 14 сняли. Так, и цинк ходит. Цинк, потом кобра, потом вожак. Оу, там дофига кто. Так, кобра. Оу, 20 минус к щитам. Так, вожаки, вот они самые поганые. Черный туман повесил. Ах ты, сопляжуй. Ай-яй-яй, альфа-удар. Так, осечки, осечки. Давай делать рык. О. Так, боксер, давай-ка мы сделаем с тобой массовое очищение. А он пускай там в этом тумане сидит, придурок. И будем уже бомбить. Так, о, массовое проклятие еще до кучи. Конечно же, как это без него-то. Вот так вот. Да ладно, кританул. Как он умудрился под проклятием-то это сделать? Эй! Что-то тут не то. Да посмотри, попадают они. И кобра давай еще попади. Нет, кобра попадает. Все, пора, по-моему, нам оглушающий удар. 16. Бомблю. На тебе. Подумай над своим поведением. Так, взбучка, акустический удар. Так, сколько? 14. Бомбим. Ух ты, на 21 вышло. Так, опять вожаки из цинки ходят. Промахнулся, сопляжуй. Так и надо. Так, ты. Кислота на 8. Ай-яй-яй, больно. Одиночный выстрел у нас на сколько? На 16. Бьем. Попали. Так, вожак опять ходит. На 14 пробил броню. Ой, даже не броню, ребята, уже здоровье у нас пошло уменьшаться. Давай быдло бота вызывать. Кобра ходит. На кого? А, она оглушена, отлично. Так, акустический удар. Делаем, наверное, ребят, с вами. Вот так вот. Хорошо. Так, кобры уже нету. Гнусные оскорбления делает у нас быдло бот. Соответственно, он провоцирует врага на себя. А мы из-под тишка будем этих цинков колбасить. Ну что, вожак, давай, бомби. Что, сразу что ли снес? Нет. Еще 7 здоровья у быдла бота, но он сейчас упадет. Ага. Зато мощные удары, ребята, мы с вами в табло, как говорится, не получили. Сокрытие. Что? Ах, ты скрылся. В невидимость ушел, да? Хорошо, давай делать вот так вот. Радиация. Слушайте, по-моему, когда у нас, ребята, радиация, мы не можем с вами восполнять щиты. Я так это могу понимать. Так, хорошо. Вожак опять бомбит. Опять на 17 нам прописывает. И у нас очень мало здоровья становится. Еще на 12. Ё-моё. Мы так с вами далеко не уйдем, ребята. Так, на себя или на союзника? Ух, давай на союзника. Да что ж такое, я все время забываю. Щиты не работают на радиации. Ой, я сейчас чувствую, добалуемся мы с вами. Добалуемся. Давай рык применим. Так, вирус. Ох, хорошо бомбанул, малорик. Только не тому, конечно, вдарил ты. Но все-таки.
Так, на 18 под крит. 4 здоровья у него там осталось. Так, это страх, тоже страх. Так, есть возможность, ребята, у нас их подбить. Все враги получают 20. Ага, понял. Вот, хорошо. Хан, давай-ка мы с тобой агрессивный взмах сделаем. Тудуш. Замечательно просто. Ну что, вирус, сделаем выстрел навскидку. Хе-хе. Один кисложопый здесь остался. Сейчас, ребятушки, подождите секунду. Давай вот так, наверное. А? Выкусил? Что ты там свою альфа-стойку делаешь? Она тебе не поможет. Древний язык вот на тебе, получи. Что-то прошептали там на непонятном языке. И выстрел навскидку, естественно. Ах, ты укрываешься, да? Ну ладно, хорошо, блок у него там. Акустическую волну хочешь? Еще блок потратил. И последний блок у него там остался. Тихо. Ой, сейчас мы можем, ребят, так танка потерять своего. Если он еще прожарит. Так, что же делаем-то? Радиоактивный выстрел. Да ладно, блин, блок. Ну что, одиночный? Давай, пробуем. Так, отлично, пробили. Кого он сейчас будет бомбить? Только не танка. А, он решил черный туман сделать. Так, привлечение огня. Давай на кого-нибудь вот сюда повесим. Ну, боксер, давай-ка что-нибудь. Подожди, не очищающий буфер, а мы сделаем с тобой массовое очищение. Вот так вот. И бомбим. Я же сказал, бомбим. А что такое, почему не можем? Ах, это же щитам, ребят. Так, делаем разгон. И вот так вот. Бам, не добили же, да? Не добили. Кому бьет? Так, опять он со своим черным туманом. Ты достал уже, а, на самом деле. Разрушительный удар. Попадем, нет? Попали. Все, хана ему, ребят. Ух, отличный был бой, мне понравилось. Так, ну что, надо сохраниться на всякий случай. И, я так понимаю, надо лететь отсюда к ядрене фени как можно скорее, чтобы нам вас... Хотя, подожди, у нас, может быть, с собой что-то есть. Давай-ка глянем, у нас есть? У нас-то есть. Да, будем применять, наверное, с вами. Так, подожди. Вот так вот, сколько? 430, маловато этого, ребят. Если уж честно. Хм. Очень мало. Так, хорошо, ладно, мы можем с вами вот здесь вот еще дошмонать, что не обыскали. Так, забираем. И куда? Так, здесь у нас Фридмен, Колей, Бюрцер. Это исследователи, да? Так, а если я сделаю, например, сканирование? Ох ты, ох ты, ох ты, тут сколько всего. Слушай, ребята, нужно нам с вами все-таки вылетать. Мы давайте сюда попозже немножко вернемся, потому что очень мало у нас здоровья. Посмотрите, у Хана вообще 8. 24-23. Вылетим лучше с вами, подкрепимся, вернемся потом обратно и дошмонаем, как говорится, все. Так, где у нас лечебка? Вот она. Сколько у нас? Очень мало денег, поэтому для начала мы пойдем продадим весь хлам, который у нас с вами накопился. Продать. На 227 мало. Этого мало. Так, давай, наверное, вот этот вот продадим. Тройной выстрел. Так, вот этих вот у нас очень много пушек, причем разных модификаций. Надо продавать, слишком много хлама, ребята. Парализующий выстрел, трейсер. Такого у меня нету, никогда не было и не будет, наверное. Так, у меня... А вот это вот... Нет, это почему-то все не продается. Поток оскорблений, несгибаемая стойка. Так, давай, наверное, вот это вот продадим. Самое дешевое, я думаю, что стоит вообще продавать, даже не задумываясь. Так, 53. Вот этот орден. А, можно все-таки продать знак нож. Продаем. Я надеюсь, он нам не нужен и не пригодится. А то мало ли потом кто-нибудь запросит его. А у нас его уже нету, скажем, все, тю-тю. Инъекция стимулятора. Тоже продаем. Ну что, теперь у нас вроде бы хватает деньжат. Мы с вами восполним. Да что ты? Восполним с вами все энергии, резервы.
И идем, естественно, сразу в медпункт. Тут вылечиваемся. Ух, хорошо как. Возвращаемся. Так, нету заданий больше. Новых пока нету. И летим с вами обратно. Так, мы же были на Теркете с вами. Да, точно, на ней. Так, и у нас там, вы заметили, да, очень много всякой фигни, радиации, там еще что-то. Сейчас посмотрим. Смотрите-ка внимательно, вот здесь вот у нас магнитные помехи. Давай вот сюда тогда сходим, просто вниз. У нас кораблик-то здесь нехилый, ребята, очень даже нехилый. Так, и будем делать здесь вот сканирование с вами. Ага, мы открыли новую площадку. Отлично, очень даже хорошо. Так, что у нас вот здесь? Что это такое? Вы входите в отсек и останавливаетесь, поскольку видите, что пол усеян нажимными платформами. На одной из стен вы видите взрывное устройство, провода от которого уходят под пол. Попробовать взломать, может быть? Давай попробуем взломать. Пробуем. Вам удается остановить отсчет и обезвредить ловушку. Фух, нифига тут, ребята. Нормуль, да? Индиана Джонс отдыхает. Обыскиваем. Естественно, забираем все. Так, сканируем далее. Угу. Так, дай-ка я вот сюда сбегаю. Смотри, смотри, за мной бежит. Так. Вспышки красного света пронзают отсек, в который вы только что вошли. Ваш отряд окружен сеткой лазерных лучей. Гравитационное поле удерживает под потолком множество обломков. Попробовать найти и отключить питание лазеров или частоту лазерных растяжек, чтобы пройти через отсек. Давай вот это попробуем. Спустя некоторое время вам удается найти нужную частоту и изменить настройки лазерных растяжек. Таким образом, чтобы без опаски пройти по отсеку. Ух, везет нам, ё-моё. Как-то странно даже немножко. Что? Мне не сюда, я вот сюда хотел. А почему ты сюда не можешь пройти, а? Ну-ка, сканирование. Давай-ка вот здесь посмотрим. Обыщем. Забираем все. Почему я вот сюда не могу пройти? А, могу, все. Пардонче. Давай. Блин, какой-то старый контейнер. С энергией нашли. Уже поломанный. Так, здесь у нас что? Тоже какой-то хлам ненужный. Ну а здесь-то что-нибудь будет путевое? Ну-ка, обыскиваем. Частица льда 0. Понятно. Понятно, что опять какой-то бред нам дают. 100 единиц тратим и обыскиваем. Да, один металлолом. Это как-то даже несправедливо, ребят. Давайте вниз вот сюда вот сходим. Лишь бы не напороться. Так, я понял. Давай попробуем взломать частоту. Получится у нас на этот раз? Да, отлично. Проходим. Куда-нибудь вот сюда встанем с вами. И сделаем... Что? Нет, я хотел этот... Сканирование сделать. А я не могу здесь, ребята, сделать сканирование почему-то. А, все, я понял почему. Потому что здесь у нас помехи идут. Что же мы тогда будем делать-то, а? Придется, наверное, так вот шагать на свой страх и риск. Так, мученик-страж, прочь с дороги. Ничего-ничего, я ухожу. Нам проблемы не нужны. Верно, ребята? Так, а вот сюда можем? О, можем сканировать. Отлично. Вот типа просканировали. Так, это у нас мученики. Здесь будет враг. 4 аж врага. И здесь тоже, блин, да что ж такое-то? Так, давно мертвый. Прими свою судьбу. Так, это у нас некротики, что ли, да? Ну-ка, давай-ка. Истощающий удар. Так, это по щитам, у нас щитов нет. Взбучка. Да, поехали со взбучки начнем. На 18 под крит он попал. Так, дальше мы с вами делаем адреналиновая инъекция. Зачем она нам сейчас? Ну, я думаю, она нам не нужна. Временное укрытие поставим лучше. Так, и хан. Оглушающий удар. Я думаю, что, блин, вот этого с кувалдой, наверное, нужно притормозить. Мне не нравится он. Там еще, кстати, один такой же стоит. Разгляд смерти. Но он промахивается. Или не промахивается, ребят. Так, оу. Ничего себе, оглушил. Там еще один такой же есть, ребята. Голодранец. Удушающий захват.
Ого. Так. Усилитель оружия. Давай усиливай. Должно сработать, главное пишет. Так, быдлобот, вылетай. Твой выход, блин. Так, давно мертвый, опять начинает. Уклонение, ну хорошо, хоть повезло где-то. Головорез. Может, хватит уже, а? Бомбить-то, ё-моё. Смотри, дубиной. Хитрёно, вот что, вы смотрите, что происходит. Блин, где... Нет, ну это уже наглость просто-напросто какая-то. Так, быдлобот, давай гнусные свои оскорбления делай, хан. Я даже не знаю, что сделать. Давай проклятие хоть какое-то повесим на них. Фига, они сейчас нас тут просто раскумарят. Угу, быдлобот взял на себя удар. Так, блин, я не могу, ребята, почему-то воспользоваться. Что там, удушающий захват на кого? А, быдлобот уже помер, ребят. Опять сейчас дубиной будут бомбить, да? Да чтоб его, а. Мне здоровья-то уже очень мало. Так, ну-ка, взбучка. Истощающий удар. Да, я ничего не могу абсолютно сделать, ребят. Вот это мы с вами, по-моему, встряли. Вот, мне нужен очищающий барьер, по идее. Ой, буфер, а не барьер. Снимаем себе вот это вот проклятие чертово, которое на нас висит. И делаем разрушительный удар. Вот этому говнюку сразу его нафиг убили. Так, давно мертвый опять тут начинает бомбить. Выживем, нет? 8 здоровья всего лишь осталось, ребята. Если сейчас... Они пропишут по нему, да. Поэтому надо, ребят, загружаться. Варианта нету никакого.